Страна Охват России, привет еще раз большой, подписчики на канале YouTube. Время продолжается, занятий наших. 18.14, 4 мая. Димка в гостях. Ему огромное спасибо, что обитель посетил. Значит, ребят, это то самое кольцо, которое он закрывал левой рукой на сколько там раз? 5 раз. Где-то раз на 5, левой рукой закрывалось. Это Женя летчика на 73 килограмма калиброванное. Ничего я здесь не подписал, естественно, ну, чужое колечко. Женя, привет тебе огромный. Женя приедет, заберет. Но недавно я получил вот с такой этикеточкой 120. Ну, это кольцо у меня на зарубе находится. Вот с такой с пандочкой. Панда. И откалибровал я его вот на этом калибраторе на 74 килограмма. На килограмм больше. Ну, Дима говорит, давайте попробуем. Давайте попробуем закрыть. Кольцо, ребят, по два пальца 74 килограмма. Ну, есть. Два. Три. Четыре. Видите, я сам как будто закрываю. Ну. Есть. Все, а? Хватит. Ну что скажешь в сравнении с кольцом, которое пупырчатое? Ну, это не более неудобней брать. Неудобно. Мне кажется, по весу, ну, по усилию то же самое. Сопоставимо. Да, ну, как и есть, 73-74. Пальцы очень давят. Вот попробую сейчас ради интереса вот это. Следующее, 73 килограмма. Нет, немножко не дожал. Ну, уже да. Забился. Да. Итак, это удобнее в руках. Пупырчатое, ну-ка, положи мне на руку. Вот, ребят. Значит, смотрите, вот это вот вроде более удобное. Ну, а вот это поострее, видите? Да, это поострее. По пальцам, да. А это вот, видите, она более плоская. Но они соизмеримы. Это 73-74. Да. Вот и про что и Дима сказал, что они соизмеримы по нагрузке. Но вы поймите, калибратор давит планкой дюйм. То есть фактически это даже под два пальца средних и то не помещается. Получается там под полтора пальца. Вот так вот, от Димы Хлюзова из обители. Колечко на 5 раз, 74 килограмма. Занимайтесь спортом, встречаемся в обители. Пока.